Всем привет, меня зовут Макс Брандт, и я надеюсь, вы это уже выучили. Совсем недавно на этом самом канале, на котором вы смотрите сегодняшнее видео, стало 100 тысяч подписчиков. Это нереально большая сумма. Я понимаю, что на Лист ТВ уже больше 700, но вот на моем личном канале 100 тысяч подписчиков — это офигеть как круто. Спасибо каждому, сказать не могу. Почему не могу? Каждый из вас, спасибо большое. Это видео будет посвящено всем моим аккаунтам, то есть всем местам в интернете, где меня можно найти, посмотреть мое творчество, пообщаться и так далее. Эти аккаунты делятся на два больших пласта, плацдарма и вообще на две таких больших части. То есть первое — это мои личные аккаунты и каналы, и второе — это все, что связано с творчеством Лиц ТВ. Начнем с азов, с меня, с контакта. Страница ВКонтакте верифицированная, поэтому в поиске при запросе Макс Брандт находится прямо наверху, везде стоит галочка, то есть вы меня не перепутаете, хотя некоторые бывают путают, но не надо так делать. То есть если галочка стоит, написано Макс Брандт и моя физиономия, то это я. Вот, на этой странице я размещаю самые главные новости. Там я время от времени пишу посты на важные для меня темы, спрашиваю вас совета, интересуюсь вашим мнением, пишу рецензии на прочитанные мной книги, иногда пишу рецензии по поводу ресторанов или кафе, в которых я был, в которых мне очень понравилось или, наоборот, очень не понравилось, то есть сравниваю ваше мнение с этими всякими вещами. Ну и, собственно, там самые главные новости. На страницу ВКонтакте стоит подписаться тем, кто не хочет пропустить ничего важного, кому чуть-чуть нравится мое творчество, которому очень нравится мое творчество. Я думаю, тем, кому совсем не нравится мое творчество, зачем вы тогда смотрите это видео, я понятия не имею. А тем, кто хотя бы чуть заинтересован, смело может подписываться, потому что там все лучшее, все соки, и для вас будет очень много хорошего, интересного и приятного. Дальше идет Инстаграм. Очень важная для меня соцсеть. Туда я заливаю фотографии из жизни или фото со съемок. То есть те, кто хочет видеть бэкстейдж или заранее знать, что снимается, когда снимается, смело подписывайтесь туда. В принципе, там бывает что-то еще поинтереснее, чем моя жизнь. Вот, поэтому те, кто любит визуальность без кучи текста, там, я думаю, будут хорошо себя чувствовать. Так что подписывайтесь, Инстаграм, тема хорошая, просто картиночки там, фильтры, видео бывают, не знаю, мне нравится. Далее идет Твиттер. Многие его недооценивают, как и я, собственно, раньше. Теперь я начал больше туда отдавать времени, поэтому, опять же, стоит туда подписаться тем, кто хочет со мной пообщаться, потому что там более тесное кулуарное общение, реплаи, репосты, ретвиты. Опять же, я там спрашиваю ваше мнение по каким-то текущим вопросам. Если нужно что-то мне узнать быстро, я не ВКонтакте пишу, чтобы не пачкать стену ВКонтакте, потому что в Твиттере я считаю, что можно писать абсолютно все, поэтому там интереснее, свободнее, там иногда проходят трансляции каких-то матчей, допустим, по футболу или там с каких-то еще мероприятий, то есть где мы можем с вами одновременно смотреть в интернете либо по телевизору что-то, и я могу комментировать и с вами общаться в онлайне, потому что вот были три матча сборной России по футболу на чемпионате мира, и мы с вами прекрасно провели эти трансляции, ну, по крайней мере, мне понравилось, и я по откликам видел, что и понравилось и вам. А также там анонсы того, когда можно с нами поиграть, с нами, с Ксюхой, поиграть в сток одному, то есть мы пишем, сейчас мы играем в сток одному, заходите, может быть, пойдем на вас и будем играть именно с вами, запишем летсплей. Также проходят стихотворные флешмобы, там, где мы вместе с вами пишем стихи на какие-то важные темы, актуальные или просто что в голову взбредет. То есть основная суть — это общение и текущие какие-то текстовые новости, шуточки, афоризмы или наблюдения. Ну, достаточно интересно. Тут туда как бы не говорю, что нужно подписываться всем, но хотя бы зайти и посмотреть, нравится, нет, можно смело. Канал на YouTube Max Makes Video, где мы сейчас с вами находимся. Это такое для меня одно из самых важных мест, потому что здесь именно проявляется моя творческая реализация, и здесь я могу и стараюсь сделать видео важные для меня, интересные для вас, и какие-то проекты, которые, ну, на Листовый или на какой-то другой канал не залить по разным причинам. Здесь выходит такой мировой флешмоб «Здесь был Макс», музыкальный мой проект, также видеоинтервью в гостях у Макса, сейчас посмотрю еще что. Обзоры техники, влоги, видео о путешествиях, видео о последствиях слабо, очень тепло принимаются людьми на этом канале, поэтому я выпускаю это сюда, то есть там было по поводу зеленки, по поводу прокалывания, по поводу подвешивания, все сюда, я делюсь с вами своими эмоциями, своими переживаниями, своими какими-то делами, плюс тут, как я уже сказал, выходит довольно-таки хорошие проекты, продуманные, то есть не просто... Хотя
тебя, по-моему, такое было пару раз. Ну, не суть. В общем, здесь все мое видеотворчество, которое не попадает на лист ТВ или на лист ТВ шоу. Подписаться точно стоит, потому что у вас уже 100 тысяч подписчиков, и почему бы и не сделать больше? Последний мой личный аккаунт — это Google+. Честно говоря, хорошего ничего сказать об этом не могу аккаунте, плохого тоже. Зайдите, посмотрите, может быть, вас заинтересует, может быть, нет. Там иногда, очень редко, появляется что-то уникальное того, чего нет нигде. Но, честно, не могу посоветовать подписаться, потому что приоритет у этого аккаунта для меня как раз-таки после вот этих вот всех. Это, конечно, важно, безусловно, потому что Google+, дом родной, и к нему привязан мой аккаунт на YouTube, но как соцсеть не могу воспринимать ее всерьез, поэтому, опять же, на ваш страх и риск. Зайдите, посмотрите. Да, да, нет, нет, я не обижусь. И теперь переходим к второму столпу, к второму плацдарму, к второй части моих соцсетей. Это те, которые связаны с Лист ТВ. Во-первых, это паблик. В нем тоже вчера было 100 тысяч человек, и верифицированный теперь он стал. То есть у него теперь галочка, это официальное наше сообщество. Что там располагается? Да, какая информация сливается? Во-первых, это все видео с каналов Лист ТВ и Лист ТВ Шоу, то есть это вызов, научные нубы, иллюзия денег, слабо, ремесло, то есть все, что мы производим на этих каналах, сливается туда, там все структурировано по видеоальбомам. Также там публикуется важная информация о сходках, которые мы организуем, о каких-то мероприятиях, каких-то событиях, каких-то действиях, то есть туда стоит подписаться тем, кому интересно не только видео, а еще немного о жизни этих наших видеопроектов. Вот, я думаю, что там 100 тысяч подписчиков не зря, и там может быть тоже интересно и для вас. Главный канал на YouTube под названием Лист ТВ, думаю, известен всем тем, кто смотрит это видео. Там выходит, я напоминаю, вызов научной нобы и шоу Александра Уратаева «Иллюзия денег» по расписанию, то есть воскресенье. Вызов, четверг – нубы, и понедельник – Муратаев в своем шоу «Иллюзия денег». Я думаю, что вы это все знаете, но на всякий случай подпишитесь, потому что, а мало ли, вот вы реально подписаны на мой канал и не подписаны там. Вот это было бы очень странно, но это нужно исправлять. Второй главный канал под названием «Лист ТВ Шоу». Многие спрашивали, зачем он нужен, почему вы его создали. Все просто для того, чтобы разгрузить основной канал «Лист ТВ». Потому что если бы там было по 5-6 видео в неделю, это сказывается и на интересе зрителей. То есть они, допустим, подписываются на вызов, а потом выходит что-то другое слабое. Они ждут вызов и не понимают, почему нет того, на что они подписались. Отписываются, им не нравится, дизлайкают. Поэтому мы решили, что передачи на Лист ТВ, а шоу, такие как «Слабое ремесло», на Лист ТВ шоу. И это пока дает плоды. То есть тот канал развивается, и этот канал развивается. На Лист ТВ шоу, например, выходит «Слабо» по вторникам и «Ремесло» тогда, когда мы его сделаем. То есть мы в понедельник снимаем новый выпуск, поэтому в конце следующей недели, я думаю, что выйдет уже новый выпуск «Ремесла» во вторник. Новый выпуск «Слабо», поэтому подписывайтесь, ждите, мы вас радуем всякими новыми проектами. Кстати, на этом канале тоже будут новые проекты, новые шоу, которые затмят. Ну или не затмят, просто которые будут интересны и, не знаю, зрелищны. Все. Дальше поехали. Также есть канал Визов, он считается дополнительным, вторым, ну, то есть как бы он третий, но как бы второй. То есть потому что те два первые главные листовые шоу, а канал Визов, он дополнительный. То есть там размещаются сами вызовы присланные, которые мы взяли, вызов или иллюзию денег, всякие дополнительные материалы, может быть какие-то объявления конкурсов. То есть это канал чисто для преданных зрителей, которым интересно вообще все. Туда подписываться не прямо рекомендую, но зайти туда и посмотреть, может быть, что-то понравится. В принципе, можно. Время же у вас есть, лето же, каникулы, там, отпуска, все. Ссылочка в описании на этот канал тоже есть. По большому счету все. Можете проверить подлинность моих слов по всем аккаунтам, ибо ссылки есть в описании. То есть зайдите, сравните, что я сказал, что там есть. Можете написать в комментариях, если я там в чем-то ошибся. Также на этом канале MaxMakes Video скоро выйдет, в ближайшие там неделю-две выйдет 5-6 разных роликов, потому что я задолжал вам несколько своих проектов, и я обещаю их сделать в ближайшее время, потому что сейчас, конечно, время не появилось больше, но просто у меня уже и сценарии лежат, просто нужно отснять это и смонтировать. Казалось бы, да, то есть всего лишь отснять и смонтировать и выложить, то есть это сущие пустяки. Вот, поэтому на этом канале будет интересно скоро. Для экстренной связи со мной, либо по поводу сотрудничества можно писать на почту kzetsobaka@rambler.ru. В принципе, все, сейчас надо посмотреть, может, я что еще забыл. А, удачных вам выходных, вы самые крутые зрители, всего доброго, пока.